Но все ближе к завершению моя прогулка священная. Это вот место, которое называю Ветер в Ивах. Ну и что могу сказать? Я против того, что вообще что-либо завершалось. Еще раз говорю, что может быть это мне кажется, напиши, но я так думаю, я так считаю, что я являюсь созданием, человеком, с которым возможно все. Со мной возможно все обсудить и все замутить. Ну, понятие все, оно, знаешь, такое довольно-таки, в принципе, не очень тоже хорошее, потому что все это что все? Ну, допустим, что-то совершить вместе со мной какое-то преступление нельзя. Я так думаю. Ну, конечно, смотря что считать преступлением, смотря в каких обстоятельствах, смотря ради каких целей. Ну, допустим, если человек ограбил банк, чтобы совершить какое-нибудь научное открытие, которое потом принесет пользу всем людям. Или, ну, это сюжет «Берегись автомобиля» Деточкина. То есть он угонял машины и перечислял деньги в этот самый, да, в приюты там или куда он перечислял. То есть Деточкин виноват, но не виноват. Как там это говорится? Вот великолепный дуб. Ну, я думаю, по этому понятию все это, под этим я понимаю все свои собственные желания. А мои собственные желания, это все связаны, как ты прекрасно знаешь, с вопросом все доступности всего и с вопросом борьбы со временем. Потому что время, понятное дело, что время, это, понимаешь, это, судя по всему, конечно, такая базовая величина, благодаря которой ты априори существуешь, и все существует. Но я вот как-то, как бы то ни было, я настроен к времени враждебно. К тому, что сегодняшний день начался, и вот он заканчивается, и я бы хотел, чтобы он продолжался, я бы хотел, чтобы такой день наступал все снова и снова. А он и наступал все снова и снова, ребят. Вот этих дней сентябрьских сейчас вот они друг за другом шли, вот сколько. Кстати, не было дождя уже, говорят, 40 дней. Говорят. Поэтому, собственно говоря, так и было. Это были абсолютно одинаковые райские дни, совершенно райские, потому что солнышко сентябрьское, оно приятно греет, но не сжигает тебя уже, как июльское солнце. Так оно ведь и было, и поэтому, в общем-то, сказали мне в автошколе, автоинструктор, ну, такой лектор, в смысле, который лекции читает, он сказал, что жизнь как кабачковая икра, выглядит как говно, а попробуешь, ну, вроде бы ничего. Да, и сам по себе я могу сказать, что жилось мне до вот нынешней секунды, вот этой секунды, когда снимаю видео, великолепно. Считаю, что все, что я недополучил, это все исключительно по моей причине, что я в этом исключительно сам виноват. Общение, понимаешь, я все время про это говорю, и давай вот сейчас я про это скажу, и этим самым сделаю уже это видео безусловно полезным. Вот молодой дубок. Вот с такими старыми листьями, а ты глянь. Дубок молодой, а листья такие же старые, жухлые, как на 300-летнем дубе. Общаться надо уметь. Вот это я безусловно вывел. Это сейчас до сих пор на это натыкаюсь у него. Но сейчас я уже это знаю. Общаться надо уметь. И тут, конечно, вот, по крайней мере, понимаешь, понятно, что тяжело воспользоваться чужим опытом, но я тебе говорю, постоянно это повторяю, что если человек
человека, которого ты любишь, который тебя любит, близкого человека, если его охватила, обуяла дурь, ты это видишь и понимаешь, что это просто дурь, ничего за этим не стоит. Он сам не знает, чего хочет, а просто-напросто давит на тебя, чтобы ты согласился с его дурью. И тут вот такая история интересная. Раз ты его любишь, то ты должен пойти ему навстречу. Нифига, вот если ты видишь, понимаешь, каждый случай индивидуален. Если ты видишь, что дурь, нельзя идти на поводу, поэтому это приведет к плачевным последствиям. Ну вот это потом считаю, что Саша Спилберг умная девочка, что я мог бы завести YouTube канал тоже, как она, там, в 2008, 2009, 2010. А завел только сейчас. Но я говорю, что вообще, я думаю, не мне одному, много кому, я думаю, свойственно запрыгивать в последний вагон. Может быть, в этом тоже содержится какая-то сакральная истина. Вот почему именно в последний вагон. Но что тут сказать? Я против времени. Но, как видишь, до сего момента не могу сказать, что я был этим временем очень сильно обижен. Я уезжал из места и от человека, с которым мне хорошо, потому что снаружи меня трепали нервы. Ну, в общем, вот этой ошибки делать не надо. Если тебе где-то с кем-то хорошо, не уезжай. Вплоть до того, что уволишься с какой-то работы, потом найдешь другую. Но вот этот момент, чтобы продлить. Вот, значит, у меня тут моя пушка Вальтера Скотта. Ну, все про это я все уже говорил много раз. Да, вот это. Священный мантень под зеленой веточкой. Вот прекрасно. Про это все говорил много раз. Ладно, что сейчас у меня еще? У меня сталкер что-то с большим трудом продвигается вперед, потому что игру глючит, не понимая, что там происходит. Сейчас я там в итоге хожу по кругу. Сегодня я поиграю, попробую. Кстати, Half-Life 2 у меня тоже уперлось. Там реле не включается, зеленый свет никак. Там дверь не могу открыть, надо будет вернуться на несколько уровней назад, заново перепройти, посмотреть, может быть, запустится. Майнкрафт тоже что-то там не особо весело, потому что я в основном все сделал, а это, ну, отключил мирный режим, от этого тоже мне не настолько прям хорошо живется. Ну, GTA San Andreas я ее использую просто как прогулки, поэтому тоже все как-то нужно подоживить. Хотелось бы интервью записать, не знаю зачем. Как не знаю зачем? Те интервью, которые мы пишем, я считаю, что это одно из лучших из того, что у меня получается в жизни, что я сделал, я очень этим горжусь. Поэтому вот на основе этого, как говорится, стоит продолжать. Ну вот так. О, вечерочек хороший. Слава богу. Сейчас еще там. Ну, еще минут 15 буду идти до дома. Как раз мы еще все пообсуждаем. Так вот, пиши, главное. Пиши вопросы, пиши, что думаешь. Вот сейчас мне, как бы сказать, уже начинают быть нужны деньги, но я не могу, то есть у меня пока, и не то, что даже я не могу, значит, просить какие-то донаты. Дело не в этом, а дело в том, что это сейчас не первоочередная необходимость. Первоочередная необходимость – это донат в виде твоего вопроса, в виде какого-то отклика, чтобы я знал, допустим, что ты смотришь, я знал, что тебе нравится, что не нравится. И пища для размышления –
То, что мне изредка пишут очень, ну как изредка, раз в несколько дней мне приходит очень толковый комментарий, который просто очень плодотворно влияет на мою мысль. Поэтому вот я тебя об этом прошу. Давай сюда немножко зайдем. Уже пойдем назад. Прекрасно, по-моему, да. Ну, это тоже как прекрасно. Ну да, камера мне помогает это осознать. Так бы я молча ходил бы, тупо бы смотрел, а так и проговариваю, как говорят психологи. Вот такая тут здоровенькая сосенка. Сталкер, короче, полный сталкер. Такие дымный вечер там.